Мой мальчик погиб у врага гнева. Кому не ходят с того? Я здесь, чтобы забрать его тело. Ну, Измира, вы тут кто-нибудь? Да не, просто лохнешься. Даже когда ты... Это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижнику. Морглед, дунь, пожалуйста. Он был бы в безопасности в Городаре. Спасибо. Может, Саша все же дун. Не надо было это делать. А, указ. Рано ДПС не дает. Умер бы я или выжил, мой сын остался. Чем я тут в третьем танке? Кто в танке? Что? Ты одна в танке? Не, ну тут третий танк. Кто третий? Ты. Я вообще тут вагонов распределяю. Ты меня напугали, что ли? Нет, на рублета. Ну, по крайней мере, я на рублета. Ты чуть меня напугали. Лучше бы труд отдали на пол. Это ж там, типа. Вы босс. Это ниже 20 вагоны. Ну, сказал бы заранее, я хоть приход выпил бы. А так, приход. Слабо? Слабо. Короче, этот, я выйду с мира, я выйду с мира. Там 2ДК. 2ДК надо пустить. Да, 2ДК. Вот, я и Талим выйдем с мира. Скажите, куда? Заходи. И путочка, и путочка. Кручиваем, накручиваем. Вен, смотри, опа, забрал. Опа, вот. Моба даже держу, специально для РДД. Накручиваю. Все, я лопнусь. Сейчас не открывайся. Эк! Подожди, а кто дальше больше дал? Конника или Ход? Ход меня передамажил на 10 тысяч. Ты же говорил, вагончик. 10 тысяч, серьезно? Какого тебе конта можно в группу давать, если ты замазываешь? Афони, кидайте меньше 40. И волю. Скажите, когда заходить? Если выпадет. Скажите, как сундук открывать? Ну, там могильщика еще нет. Могильщика не надо, мародерку и стилджо. Серьезно, могильщик решил волю купить? В смысле? Все, ОБДК здесь. Лучше он на первую хату купил. Все, открывай, давай. Подожди, не открывай, стой! Вы, блин, скажите, как заходить мне, я же сказал. А, на друида, что ли? Ну да. Тут заходить надо было сразу заходить, заходить. Я же спросил. Ой, пидорас, ебаный. Тебе же сумонить надо. ДК спрашивает, когда принимать, выпала воля? Или вы не открывали еще? Ну, не открывали. Там Мозер пиздит. Мозер, блядь, прими ты КД. Да не могу я в комбате, говнорез тут один меня бьет. Сейчас я его за дух резну.
Присылайте. Сейчас забагается сумма. Че упало? Призыв начал, ждите ответа. Все, забагал, спусти. Открывай. Что упало? Ничего не упало. Два токена, пояс, осколок. А токен какой упал? Скажи, что он друида. На друида. Да, друид. Да, друид и шаман. Я сейчас на Лен зайду, ему в говно напишу. Кому на друида токен? Два одинаковых токена? Нет, один на шамана воина, второй. Мозору же надо был токен. У него суммон забагался. Да потому что труп присуммонили. Ладно, зайдешь там на босса какого. Я хуй с ним. Нет, пойду я, наверное, сейчас пойду рогу этого отпизжу на выходе, хорошо? Нет, разве? Крыс уманите, да? Что, говно? Какой он живой? Скажите, как заходить. Заходи, заходи. На кашке вышли с инста? Да. Один вышел, второй вроде тпшится. Да, все, второй тоже ушел. Сейчас надоедает от них танков трэш чистить. Долго очень. Ты посмотри, какая я сильная. Сколько у меня там ДПС? Три. В смысле три? Показываю, три у меня есть. Тьфу. Ну, хотя бы четыре. Сой, что вы делаете? Они нам колдовали за... По-моему, по КД. Самоубийца, да? Пирожки без танков погреть. А вы без хилов. Мы все без. А клятву кто-нибудь продает, нет? Там на входе это тринька на обезьяну валяется. Она всем нужна. Клятва, у нас какой-то друид уже несколько недель заходил. Я про это когда спрашиваю. Предыдущий про это. Ну, может быть. Ты не знаешь, чем он друид был? Чего? Друид на клятву, который несколько недель он заходил последний. Данюша? Нет, он за Артур. Клятву. Мой был. Вот Нюша. Он, наверное, не на шамана пишет, я на друиде сижу. Нюша за Артусом же вроде заходил, нет? Нет, Нюша, нет, не Нюша. Я написал его не курит. Прямо себя. Ты не знаю, что же. С провокатором вроде бы. Нет. С провокатором было одно КД, а потом с... Лена, когда десяточку обычку пойдем? Не знаю, это я тебе вчера предлагал, говорю, давай куда-нибудь сходим, а ты мне пишешь, иди в жопу, Елена Борисовна, я вообще с пацанами, с четкими. Не нужна мне такая тупая тёлка, как ты сегодня. Йоу, рэпчик. Лена, если интересно, у меня есть КД наличие в 10 хм.
густо, да? Дай мне ассист. Дай мне ассист. Блин, ты ленточка, Дворос. Нет, кинь ассиста. Дворос, будешь. Давайте ее продадим. Артемия. Че? Это мой хлеб. Нет, уже не твой. Фоне дай ассист. А, мне рыбка. Бой кончится, не могу. Пошли, надо аукциона надо включать. Думаешь, ты это его поставил? Алёш, миллион остался. Надо. Что, Лёша? Смотрите, как у. Снимите меня, пожалуйста. Ой, не надо мне, не надо. Бля, так и пропрыгал до конца. Крыль. Рядом три приста бежит. Крыль снял. Лена, сними с меня меня. Я с тебя сдисплеил, когда подбежал. А, да? У меня нету прав. Да ты еще дальше бы прыгал. Рендик, выйдешь на двух боссов. Я требую реванш на тухлый. Я вырвался. Леха, дай каску. Ты еще бежишь? Подбегаю сейчас, да. Суманите пока Аханта. Дайте шкаф тут. На даче шкаф. Трия. Я бафу как раз суманить. Кого он суманить? Ханта. Первая группа. Чё? А, поиск? Уже клиент был у нас. Так, что, давайте расскажем вам тактику. Короче. Чего? Можно этот хан до конца вытащить? Поехали. Ставьте рыбу, пожалуйста. Всё, пуляем? Да, пуляем. Зачем рыба, блин? Бля, Лёх, мы забыли тактику рассказать. Что делать? Бля, это что так много народу? Что делать-то? Боже. Вагон! От хилов-то разойдитесь. Да хилы под боссом. Один туда. Туда, да. Ну выйдет. Один. Не хочу умирать. Молодцы. Разобрались.
Фурочила. Два вагона. Адмирал, не твой день. Адмирал, вруби стрим. Ну что можно еще сказать? Дёрна еще. А фоня тут? Че фоня? Ну, я спрашиваю, тут? Тут, тут. А фоня, посмотришь меня, пожалуйста? Ну, потом просто гайда. А кто, ты кто? Как у тебя ник? Ава, третья ваша. Жирный персик. А, жирный? Кровь кому? Да меня уже знают все тут, да. Кому? Кровь кому кидать? Посмотришь меня, пожалуйста, после рейда, блядь, я... Хватит флудить во время пула. Побежали. Коника откликался? Да. Ну орк не показать, даже админ так говорит. Вот интересно, орк для них не показатель, а робот показатель. Вот каким образом они это измеряют? В сантиметрах. Не, вот, не, ну просто типа серьезно. Как можно измерить ДПС разных классов, у которых неравные условия при этом? Добегай, добегай, Долоров. Я на боссе. Я на боссе. А что, у нас покупателя на кровь нету, да? Есть, но он не в сети. Угу, понятно. А то я просто, это, у меня был челик, заходил. А, есть покупатель Наталик? У меня нет. Так, давайте поскорее, еще покупатели каждые присумонят. Давайте быстрее. Долореса ждем, пока добежит. Здесь. Ребят, все, тактика. Поехали. У меня пораньше бегало вообще. Бегало несколько раз. У тебя спек ДД есть же, да? Могу сделать. Я просто скинул и за собой съел. Не, спасибо. Лирия Стардруида, Холи Приста и Десерт Приста. Слите профа. Рестор Шаман. Без Рестор Шамана и Холи Пала. Мне кажется, мы там втроем осилим. Смотрите.
Не обосритесь. Ты подмирал на прошлом боссе. Это маленькая случайность. Убивайте. Отличные новости, народ. Сразу на профа погнали. Стоим, не слакаем, сразу на профа будем плеть. Напоминаю, что тут можно бурстить. Идете профа без слизней на следующую фазу, соточку начистим сверху, ЕП. Ух, шишечка там сейчас где-то плачет и на этом аккаунте. Хоть плыви по ней в круизы. Горькими, может, слезами на этом аккаунте. Горькими слезами шишечка заливается на этом аккаунте по соседу. О, тут боевешка лежит, кидайся, дал. Где? Вот, где я стою. Стой там, не двигайся. Стою. Так, мне на профа возвращаться или вы сами-то? Не, мы вагоны возьмем. Че, комнату запускаю? Там же вагон надо, да? Извините. Ага. На профа же надо вагон. Есть вагон на профа, не? Был же вроде. Да, есть один. Я могу ему место уступить, если надо. Есть место для вагона. Тут 25 мест для вагонов. А, стоп, вагонов на вагонов, зачем менять? Лена, ты на ДКшке, да? Я, да. Так, сейчас я Шаманов. Артемия в хила. Я на ДКшку, эту ДКшку сюда закидываю. Я этого ДКшку закидываю. Через год. Угу. Мне челик ДКшник пишет: я денежку вашему менеджеру шаману Кирсгорну. Менеджеру. Не менеджер, понял? Ты что, он не менеджер, он бухгалтер. И вообще-то она... О, предлагаю, да? Кирсгорн? Да, он еще руководитель. Отдела продаж. Сумоньте быстрее. Рыбу ставлю для тех, у кого нету. Это что, обычка? Зачем? Не понял. Давай. Будьте проще, парень, общак держит и все. Хорош. Ну что, Кирс, буду тебя бухгалтером звать. Песенка есть такая даже. Угу. Сейчас еще мне отдельное звание создайте. Хватит жрать, поставьте шкаф. Да, давайте шкаф. Ой, добегай быстрее. У вас еще могильщик, да, на профа? Или это кто-то из наших? Это Лена. А-а-а, это Лена, я понял. Лена? Кирсгорн менеджер, Лена могильщик. Ты отжала у могильщика... Да как же, бонжорно. Да, я отжала у могильщика ДК. Серьезно? Да. А Гильдия его тоже захлопала? Естественно. Чёрт. Ну 25-я же. Угу. Криново перевяжи. Так, истерию на кого? На адмирала кидай, не ошибешься. Я успел плюсовать. Дай проверку. На кой не пристерим? Хоника не дамажит хоту. Так, значит, я по Мозеру, Нурглед по хоту, или я по хоту, по Мозеру не надо? Нурглед готов? Да, готов. Ну, поехали. Да я зарисы, чё там? Окей.
хоть бы отчет дал. Может, на первого, на кого зеленую метку кинет, и мы не будем сбегаться, крылья накину на него? Да не надо. Все по стандарту. Эх, не успели. Стоп, стоп, ДП, стоп, ДП, стоп, обоз. А, да тут ничего стопать. Не стопайте. Зеленый... Не стопайте ничего. Херню не несите, это обычка. Что-то я ничего не чувствую. Мы должны были... Фазы зелёные. Пьём, что ли? Ну, да, походу, завис. Или это серф? Садитесь в чушку кто-нибудь. Да, диспальцы. Диспальцы, чушка. Чёрт, здесь клиент прибыл. Вага, сядь в чушку. Помоги. Ну, я уже пью. Дайте Геру. Гера, КД. Шаманов нет. Ну ладно. Давай. Лёра. Надо было ту лыжу выпивать. Там зеленый. Мени. Так, вывожу отсюда нахрен. На фоне что-то лужа вообще не пьет. Я пью, у меня максимум. Пей, пей. Дергайся туда-сюда и пей быстрее. Встаньте в кран лужи, чтобы он туда, блядь, не кидал, где чист. Че зеленого быстро смотрю. Даже бесполезно. Че, тебя тут нету, Нурлет? Что, да я просто коснулся клиент. Белые экраны зависли, не зависают. Да? Да. Чтобы на меня хоть красного не было. Мы через диван поиграем. Проходите за лужу. Ага, СС на лагу давал. Мозер, спиздец так. Хуёво пиздишь. Очень. Вага, давай диван. Умеешь ты пиздец так? Конечно нет. Не проплывал. О, осколочек. Кросс.
Друида с этого босса нет, он. Сейчас вам. На пару минут отойти можно? Да, иди. Спасибо. Так, ДК-шку убираю. Угу. Одного, второго. Дену на шамана. Пусть в рейд заходит. Так. Семья танка. Ой, еще забыл. Лену. Так, на принцов нету уронов, да? Или есть? У меня нет. Френзика забыл. Френзик. Ну, Френзик заходит. Че он? Рейс сформирован. Тут квест. Что это за фигня под тело? Специя. Чё, Алёх, смотри, какого я ТЦ-шку сейчас приглашу в гильдию. Давай, удиви меня. Знаешь такого ДЦ? Ашия. Да. Вот, он сейчас у нас в гильдии будет. Крестов-то у нас мало, да, Кир? А ему без разницы, в какой рейд ходить, кстати. И в том, а в другом доходе. Хороший ДЦ для этого рейда, это нормально, потому что... Потому что что? Адмирал вечерний. Отдай две. Смотри. Может ее столик отскрепнем. Лёха, можно будет на синдром? Да. Только одна проблема. Она никогда за человека в жизни не научит. И не хочет. Там интересно, кстати, холика набрать. А может и это вот эту пушку спекну в холика. Ну посмотрим. Сейчас он говорит, на почту зайдет. У него тут неподтвержденный АК выдает. Стаки спадают. Кислый. Да хули, бля, стали и смотрим. Тащите сюда, хули вы его там держите. Я вот пытаюсь вытащить. Несу. Мартимия пыталась пачку этих мобов потанчить. Рулет, не смотришь ты за это, Артемка, вообще? Она не спрашивает. Мы там, значит, контролим, а она лапами машет во все стороны, да? Да. Все шаклы сбили. Так, ауешные станы раздавайте. Все, сдал. Не добивайте, мама. Наши это же? Его. Арт. Его был ник. Я вспомнил. Арс-арт? Это как-то такое на них. Давайте, народ, шаклы раздайте. Давай ловушку кидаем. Да? Вы про него? Про арс-арта этого? Увидишь. Рублета убит. Вот хило эти вижу. Я реально тоже сработал, ну вот. Карина, беги так. Не, если это арс-арт, вот или арс-стайл, как я помню, то если нормально шлос, нормально ДЦ-шка. Лучше, чем адмирал. Ну как сказать лучше? На тухлопузе дохнет. Ну по скорости, но адмирал рачок просто и не хочет справляться, а тот
Хорош, его выйдут. Адмирал этот на Тухлопузе умудрился сдохнуть. О чем говорить вообще? Да, адмирал? У адмирала есть потенциал, но он не хочет. Я говорю, это было чистое случайность. Случайность, да. Серебан тоже говорил, это чистая случайность на каждом боссе. Мозер, вот этот приз, нет? Какой приз? Он я ник написал, Артфикс, да? Во, точняк. Хороший приз. Артфикс? Да. Лёх, это у Серебана да, больше хороший. Лучше, чем сам Серебан да, играл. Какой? Нафиг. Да, точка. Серебан. Ну я помню, что-то арт у меня. Да, он неплохой. Я что-то тоже такого помню. Артфикс. Это тот самый приз, который ливнул из джоков, создал время Артфикса гильдию, поиграл и куда-то... Да. Вон сам. Чем он? Здесь. Нафиг он нужен. Так что он тут будет у нас истерить. Ну да, он сейчас... Да, он через страшный мудак. Нафиг. Я его слышал, это не бэм-бэм. Не что? Ничего такого в нем нет. Какие комментарии пошли? Не что, Артеми? Не бэм-бэм. Это что значит? Ой, он как дерево. Какое из? Как Борисов или как Жужин? Не, как дуб. Мастиновый. Как гриб? Как я понял. Ну уж тогда уж как вазелин. Какой не вазелин? Нет, как вазелин. Не, ну это я, конечно, уже загнул, не спорю. Я не помню, Олегук в этой гильдии был у нас или в штормах у нас был? Так кто-то отдельно садился, еду себе ставил рыбу и отдельно ото всех ел. Нет, потому что мы все были раки и все не так делали и все. Он Сируса. Чисто по фишке стал. До сих пор по разбойникам. Прикинь, промазала. Мазила. Вот я на тебя напулил, а ты мне даже каску не дал. На тебе каску, радуйся жизни. Да, мне каску. Поздно уже. О, сфера моя. Поздно, Френзик. Все. Вы сумануть, у нас уже босс был босс. Я не смотрю, кто там суманулся, да. Что время? Он еще РБК фармит. Да, еще БГшки идти. Фармить. Лёха, вы до стальки сегодня бегали. Я утром проснулся, а вы еще там с кислородом, по-моему, тусили. Не, я сегодня рано остался. Я в 3 часа ночи ушел. 3 и начало 4. У меня как раз там интернет тех работы были, я пошел. Ну да, я как раз проснулся, а ты пошел. Ты не сдай каску. Я иду. Да я уже здесь. Там на берегу древних, по-моему, был. А, блядь, на мне все-таки один, а то я думал, Артемия там уже. Там у стены сзади в жопе есть, падает говно. Что? Ты что делаешь? Веселиться. Поднимайте, короче, кинетика там. Афон, ты так интересно сказал, там у стены сзади в жопе падает говно. Кого-то кто-то там присел, по-большому. Кислород надрачил. Лунным огоньком. Вихрюха.
Сейчас упадет. Сбежите все к боссу. Адмирал, купол ставь. Да он кончит. Не успел. Хотел проверить. Она же расталкивает, она не убивает, она просто растолкает всех и все. Можно проверить. Что у тебя там стуков? Шкаф. Сум. Пол. Лети сам. Уже умоляю, все нормально, мы просто достанем. А, танки, заберите с меня этого говна. Танчик, че ты? Этот. Но все равно, типа, урон получаешь. Ну, это не Артфикс. Это он. Ага, Миксмин. Угу. Дайте кулак поразбить. Ну да, этот мудак тут долго не продержится. Сегодня мне это знакомые писали. Говорит, Пуга Рейди были. Говорит, там Пуга Рейди загоняли херню. Типа все. Иллюжины развалились. Да, развалились, мы в обычке ходим. Нет, так и правильно. Просто интересно, чего они взяли, что развалились. Такой зеленый у нас больше нет. У него же уже год назад четвертая ката была. Он что, за время не мог третью кату поднять? Лех, недавно была мне инфа, что наши гильдеры... Написал челик, я его не взял в гильдию. Он такой говорит... Позже там типа одни твины остались. Я говорю, да? Я говорю, ну да, одни твины остались. У нас гильдия развалилась, все. Так сегодня скиллон вон в обычку собирал, блин, набрать рейд не мог, нифига, чего удивительного. Да, видишь, скиллон вышел, все. А у нас тут только твины и скиллон остались. Блять, ебучка. То, что они... тут реально убиваем, это хуетень, да? Они просто увидели пианиста на БГ и сказали, ну все, пиздец. Леха бегает, латами сверкает. На каком я там месте, интересно? Если культурно сказать. На 36-м месте, кстати. На БГшке. Ну там отставание, ну, двадцатки не пришла. Я в танке? Да. Ага. А если я укус поймаю? В хиле будешь, в хиле. На этом больше. Так я... В хиле оставайся. Ну на 3 минутки отбегу. В смысле оставайся, я в танке. Так, пасту побыстрее. Зачем телеги третий пусть? Я там на ДКшку заходил быстрее. Бес взять не забудь. Кого-то сумонить, кроме Фрэнзи, надо будет еще на лану? Не знаю, магичка. Я ну. Лену, если только, больше никого. Они уже заебли, уж. Это которая умная? Мне когда шаг только, а зачем Лену сумонить? Ей что-то надо слон отели? ДКшку, магичку.
там микрофон нет. Блин. Ой, извините. Шкафирую. Кирс, ты в рейд не хочешь? С 1300 пингом это проблематичнее. Уже тут нашла. Дайте каску и кулак в разбойник. Пусть еще со мной. Ты 20 на 83 месте. На БГ. Рыбу поставил. Сейчас прям 30 секунд. Пусть, если что, в ретри. То ни одного арестора друида вредит, то три, да? Дайте каску и кулак порогом. Все твины. Каску порогом? И кулак тоже. Могильщик, только не кусать, у меня тут не настроено, ни хера, я просто даже не увижу. Орк не показать. Что значит ты не увидишь? У тебя панель меняется снизу. Нет, я имею в виду, я дебаф не увижу, что он следит. Эл, тьме здесь? Да. Еще раз. Все, все готовы. Зря ты пульнул. Ладно, сейчас ты... Можете побаловаться и пойти в 3 эрдру и в 3DC. Может 5 эрдру лучше и 1DC? Там вон еще 1DC, которого я только что принял, гильдию, тоже на замене сидит. Говорит, очень хочет что-нибудь поделать. А может мы будем бой? Ну, сейчас возьму. Адмирал пойдет посакать. Соло на Личе по ДЦ. А я думал, кто как пересчитует. А чё, пусть я приехал домаш? У него есть ШП. Не-не. Пауш. Есть, я такого и не сделал. Адмирал в ДЦ вагон, а в ШП так вагонище. Я могу на мага пересесть. Ну вот началось эти ваши козыри. Это не того факта, что это вагон. Если посмотреть сегодняшний рейд ДВ, адмираловский маг тоже вагон. Кто бы там говорил? Последний трай Джайны, между прочим, победный, я на первом месте. Да, только урон был не по Джайне, а по трэш. Беги, беги. Во второй фазе. Удивить хватит, это сейчас проебутся. Нет, сейчас зависал секунд на 8, потом все быстро как бы пролетело и на мне как раз кинулось. Это 21.30 в Беларуси, так всегда. Страх 10 секунд. Антифер там киньте, потом на кону уже сейчас будет. Берсу вырубай. Диспайл. Рейндж, массакру, да? Коник, стой на месте. Коник, сход там просился, на них укусы. Моя прелесть. Приятного аппетита. Убейте меня. Как вам такое? Что с укусом-то, блядь? Да он почти не нашел, блядь. В смысле, меня укусил вообще-то другой человек. Мы там вдвоем ко мне подбежали. Не надо на меня.
Рагеру давать? Нет, ты 37 только еще. Шаманов нет. Геру нету точно. Глянешь на ДК. Зайдешь этот... Полина на синдроил хилом, ну шаманом, потому что там не будет. Там мы разлили лужу, подвигайтесь, ребят. Че, блин, Геру убьете? Да, конечно, 20. Убьем. 27 секунд есть, 23. Долго бьете. До чего, до берсы, что ли? Нет, до этого. До взлетки. 10. До фера. 8 секунд. Я опять завис. Ответ. Короче, как приземлиться, добьете. Процента у босса. Иди, сова, сова, сова. Не контролировал мое бешенство пол рейда. Ебать, фартит на осколки сегодня. Вот так следите. Где мне на шамана зайти? Сколько тебе осколков осталось, так не услышал. Пизду. У меня 31 сейчас. А как вы, кстати, кусаете? Что-то не... На синдру, Полина. Тебя вместо первой кнопочки панелька меняет? Я вас спрашиваю, как кусить. Я говорю, как вы вообще кусаете людей? Да ну, просто, кто тебе нравится, то вы кусаешь. Ну, типа, из роли и ДД только желательно. Не мейн танк. Ну, нравится, например, где кислород подошел, кусил за руку. Заранее целишь. Сейчас получилось так, что мы вдвоем пытались одного. Потому что цель нужно искать заранее. А это уже... Кто успел, тот и... тот и съел. Деворос, тебе сколок по почте пришел? Да. А спасибо где? А я не знаю, кому сказать спасибо за это. Но я хотел написать его обратку, но ему не получилось. Ага, Нурглету можешь написать, он там ну, тут начал. А, ну тогда наезжать. Спасибо тебе, Нурглет, большое. Я никогда не сомневался, что ты самый лучший. Подлезал. Нормально? Приятно? А можно полетать, да? Да? А почему Нурглет-то? Почему тебе? Ты там написал жалобу за меня, что ли? Нет, так мы носом в администрацию. То, что у нас там скрин был закинут, а им было лень посмотреть на первый из двух скринов выложенных. Ты понимаешь, они просто не видели его. Я ему еще там третий человек говорил, на каком скриншоте показан осколок. Вы Афоню убили, а вам не стыдно? Да. И я убрела. Нефиг откидывать. А, Афоня сам себя убил? Возможно. Ко мне подошла женщина и сказала, что... И я тоже, да? Вот вы, да. Что ты недостоин. Да, я пытался оттолкнуть. Сам упал с лестницы. Есть время ребутну комп и модем этот. Да, давай пока трэш. Спринцов вот разродили? Или нет еще? Да. Спроси у Прислова. Прислова там бросают весь лут. Ты что-то надо говорить. Кольцо мне нужно. Вот скажи кислому, отдаст тебе кольцо. Да, у него спрашивал. Обычки, бачки? Да, обычки. Вот
прошли. С тобой стрибос. А где мне больно? Все время орешь, когда ногу стрибут. Мне вообще трогать больно. Ну то у кого играет? Да, ну у кого играет? Спасибо. Но вы не видите, вас дамажат милишники новые. Короче, кто сдох, бежим сами. Как-то. Норвлет лава. Минис, ты сейчас и сам умрешь. Норво. Ну, запах был святой силой. Все нормально. Угу. Значит, умрут ДД. Лучше ДД, чем. Попродали ДДшн. У меня баба еще поймала пьес. Ты там не все сагрил. Тех того моба не надо. Стаки, стаки. Что? 4000 урона уже в секунду. На секундочку, прорвите от хил. Ну все уже, пофиг. Да понятно, уже убили. Блядь, моб не добегает. Вы что там делаете, ироды? То в корнях с тобой. Не добегает, блядь, я не... Страшно на него смотреть. Так отпусти его, пусть он идет к себе. И ну... дальше хреначит в этого моба. Не, это сова, это все. Это хуже всех наших сов даже. Казалось бы, уже некуда. Не, Гэнгер, я больше не пойду. Резайте. На голову есть покупатель? Да. Сейчас прибудет ее подкрепление. Нужно с ней быстро покончить. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы. Я отвлеку ее на себя. Верните наших братьев обратно. Присоедините, пожалуйста, у нас тут есть небольшая прицелка. Убейте это. Сейчас я покажу господину, кто из нас может называться чемпионом. Тихо, почти ПМ, пожалуйста. Нет, не было, хотел только одну. Спасибо. Впереди вас ждет много опасностей. Постарайтесь сохранить все части тела. Кольцо, Роу. Пусть спит не тот, коли пал. Ауспик, да, Пали? Да.